чтобы снова увидеть своих друзей, возлюбленных родителей, детей, чтобы снова вернуться к ним, где правильным путем. Чтобы снова вернуться к ним, возлюбленным родителей детей, чтобы снова увидеть своих детей, чтобы снова вернуться к ним. Необходимо попасть в чужое тело, раствориться в нем. Просит душа выйти из цифрового плена, из темницы адского тлена. Когда смотришь в родные глаза, катится слеза, вопросом слова, в надежде узнать, катится слеза, вопросом слова, в надежде узнать, кого потерял, по течению плывя, не видя причал. Тьме или в свете.